Активные зоны CSGO. Спавн и зона покупки. Для спавна игроков есть два способа – быстрый и ручной. Быстрый способ заключается в размещении Funk Instance, где в свойствах мы выбираем заготовленную точку спавна для одной из команд. Сама Entity должна быть наполовину зарыта в землю. Ручной способ. Он заключается в том, чтобы вручную расставлять InfoPlayer Conjure Terrorist и InfoPlayer Terrorist на вашей карте. Важно, чтобы игроки были размещены на высоте 16 юнитов над землей, иначе иногда спавн может не работать. Зона покупки. Выбираем примитив блок и создаем вокруг точки спавна браш, покрытый текстурой триггер. Затем обращаем его в Entity Funk Buy Zone, где можно указать, для какой команды данная зона покупки. Все просто. Бомбсайт. Сама из себя точка закладки бомбы является собой браш с триггер-текстурой, обращенный Funk Bomb Target, в свойствах которого можно указать название точки закладки А или Б. Еще одной полезной entity будет Funk Bomb Preset, которая обратно телепортирует закинутую в нее бомбу. Это для того, чтобы никто не потерял бомбу на карте. Разве не просто? Заложники. Тут тоже ничего сложного, в роли заложника выступает Hostage Entity, в свойствах которого можно указать тип модели, на карте может быть выбран только один тип заложников, приоритет спавна, единица значит, что заложник появится в этом месте чаще, чем там, где стоит нолик. А вот это группы, их может быть до 16 на карте, хотя я нигде не видел таких случаев. Значит, что это такое? Вот у нас имеется заложник. Мы копируем и ставим рядом второго. Далее мы копируем этих двоих в другое место. На карте всего может быть двое заложников. И чтобы они не появлялись друг возле друга, мы выделяем первую группу и в свойствах выбираем не спавнить эту группу вместе. Далее выбираем вторую группу и в свойствах указываем вторую группу не спавнить вместе. Теперь заложники никогда не будут появляться рядом. Осталось разобраться с зоной спасения. На спавне полиции создаем браш, покрытый текстурой триггер и обращенный в Funk Hostage Rescue. На сегодня это все. Подписывайтесь в нашу группу и на канал. Удачи, тамадачи!